Следующий инструмент, о котором я хочу рассказать, называется магнит. Этот инструмент бесплатный, и его суть заключается в том, что он собирает поисковые запросы из Яндекс Метрики, Яндекс Вебмастера, также из Google Search Console и Google Analytics. То есть с помощью магнита можно в одном месте собрать всю семантику своего сайта, по которой ваш сайт уже виден в поисковых системах. Чтобы перейти в пункт инструмента магнит, выбираем ядро и затем нажимаем на иконку подбор ключевых слов, и у нас третьим пунктом будет магнит. Для того, чтобы полноценно импортировать данные из Яндекс.Метрики и Google Analytics, нужно в настройках подключить данные системы статистики. Здесь вы должны быть залогинены в этих сервисах, и там просто разрешаете доступ, и сервис уже продолжает работу, собирать данные. У меня эти пока функционал этот не подключен. Если посмотреть в справочной информации топ-визора, то уже все данные здесь как бы уже хорошо описаны. Здесь можете почитать. В справке это у нас ядро и магнит. Сбор запросов пункт. То есть вам по картинкам тут показано все как бы моменты по каждому сервису. То есть вся исчерпывающая информация справочная по этому сервису есть. И затем далее вы можете работать уже с данными, фильтровать, объединять в группы и так далее. Жду вас в следующей части сегодняшнего обзора.